Очередь на запись к узким специалистам. С этой проблемой сталкиваются многие пациенты государственных лечебных учреждений. Между тем, программа госгарантии, в рамках которой осуществляется вся медицинская помощь в системе ОМС в нашей стране, устанавливает четкие сроки, в которые вас должны записать на прием. Это 2 недели. Если ждать приходится дольше, специалисты советуют обращаться к страховым представителям. Пациент имеет право обратиться к страховому представителю или непосредственно страховую компанию с этим вопросом. И страховой представитель непосредственно решает эту проблему. Страховые представители осуществляют сопровождение на всех этапах оказания медицинской помощи застрахованным лицам, оказывают правовую поддержку застрахованным лицам, защищают права застрахованных интересов в системе обязательного медицинского страхования. В России система страховых представителей начала действовать с 1 июля 2016 года. За это время по Пермскому краю в ней зарегистрировано почти 30 тысяч обращений. Проблемы 28 760 заявителей на данный момент решены. В нашем регионе работает более 150 представителей страховых медицинских организаций. Это те люди, которые прошли специальную подготовку и готовы доступным языком донести до любого застрахованного гражданина его права и обязанности, оказать содействие в получении конкретного вида медицинской помощи, либо объяснить алгоритм его дальнейших действий, либо оказать непосредственную помощь в проведении экспертизы качества отдельного случая. Обратиться со своим вопросом к страховому представителю можно непосредственно в страховой компании, а также по телефонам горячей линии организации, которая выдала вам полис ОМС. Кроме того, через контакт-центр ОМС Пермского края по телефону 8 800